Всем добра, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Очень частый, наверное, самый распространенный, ну, по крайней мере, один из самых распространенных вопросов ко мне, это «покажи свой шмот». И я, собственно, смотрю всякие разные ролики по ДН, и очень часто у ребят, которые этим занимаются, это англоязычные, я часто вижу такие ролики, которые называются Gears Review, то есть обзор шмота. И я вот посидел, подумал, и а почему бы мне не сделать свой Gears Review, который вам покажет то, во что сейчас одет я, какие у меня характеристики и вообще каков мой потенциал на данный момент. И, собственно, в этом ролике я вам это все и покажу. Поехали! Как и полагается, я вам покажу весь свой основной шмот, куда будет входить пухи, все шмотки, бижутерия, ДКУшки, которые установлены, костюмный шмот, костюмные пухи, какие туда вставлены энгравинги, какая костюмная бижутерия, какой сет аксессуаров, вроде крылья, хвост, тату, мои все гербы, какие доп-статы, что у меня стоит в доп-ячейках, что у меня в талисманах, и об этом всем вот сейчас я вам покажу. Все я комментировать, конечно же, не буду, поэтому приятного просмотра.
Это, конечно же, еще не потолок. Есть еще куда развиваться. Есть у меня еще заделы на заточку сциллы. Есть заделы на то, чтобы собирать фулл красный ДКУ. Есть еще варианты того, чтобы это все сделать в максимальный доп. Урон и так дальше, и так дальше, и так дальше. Развиваться есть куда. Есть еще шмот богини, который бы я хотел собрать до полного прохождения лесного дракона. Кстати, кому интересно было бы увидеть гайд от меня на лесного дракона, то напишите об этом обязательно в комментариях. Я читаю все комментарии и прислушаюсь к вашим пожеланиям. А это был FamGaming TV. Меня, как всегда, зовут Ваня. Вам всем хорошего шмота и хорошего лута. Пока-пока.